Любовь – прекрасное чувство, но нередко именно она толкает людей на совершение плохих поступков или, что еще хуже, противоправных деяний. Так любовь привела Аршанку на скамью подсудимых. В начале текущего года в отношении одной из жительниц города Орши было возбуждено уголовное дело по составу преступления, предусмотренное статьей 401 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно заведомо ложное показание свидетеля при производстве предварительного следствия. Молодой девушке было предъявлено обвинение в том, что она, будучи свидетелем и в ходе допроса по уголовному делу в отношении ее сожителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренной статьей 317 прим. 1, а именно управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенное лицом в течение года после наложения административного взыскания за такие же деяния. Будучи предупрежденной под роспись об уголовной ответственности по статье 401 Уголовного кодекса Республики Беларусь и обязанной правдиво сообщить все известное ей по делу, с целью избежания ее сожителям уголовной ответственности, дала органу предварительного следствия заведомо ложные, не соответствующие действительности показания, которые касались существенных обстоятельств по уголовному делу и могли повлиять на законность принятия решения по уголовному делу. А именно, девушка показала о том, что именно она в момент задержания их сотрудниками ГАИ управляла автомобилем, а не ее сожитель. Он в это время находился на заднем сиденье. В ходе предварительного следствия, проведенного по уголовному делу в отношении ее сожителя, было установлено, что все-таки в момент остановки их сотрудниками ГАИ за рулем находился ее сожитель. Значит, в ходе судебного заседания девушка свою вину в вмененном ей преступлении признала в полном объеме, чистосердечно раскаялась в содеянном и пояснила, что она совершила указанное преступление из-за того, что ей было жалко, что ее сожителя отправят в тюрьму. Приговором суда Аршанского района города Орши девушка была осуждена по части 1 статьи 401 Уголовного кодекса Республики Беларусь к наказанию в виде штрафа в размере 30 базовых величин или 690 рублей. Приговор в апелляционном порядке обжалован не был и вступил в законную силу.